Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами у вольера Евы, канадской волчицы. И для Евы сегодня великолепная кровяночка уходит в угощение. Так, кровяночка застряла. О, вот те раз. Ева, ну ты даешь. Используешь колбаску не по назначению. А знаете, друзья, почему это делает Ева? Потому что это у волков в природе. Вот таким образом они отбивают запах свой. Потому что при охоте, особенно если волк охотится в одиночку, без стаи, то ему очень важно, чтобы его не почувствовали по запаху. А вы знаете, что собаки, что волки, они имеют такой специфический сильный запах, особенно когда потеют. Поэтому в охоте это им очень мешает. Но они нашли, как говорится, противоядие против этого. И вот, иногда даже, извиняюсь, друзья, за такое, на экскрементах они любят кататься, именно вот, чтобы посильнее сбить с себя вот этот запах. Это на уровне инстинктов, поэтому тут, как говорится, осуждать их не приходится. В ходе эволюции так вот у них выработалось. Ну что ж, друзья, наша Еве, кровяночка, как говорится, в двух ипостасях пришлась по вкусу. И в таком гастрономическом, и еще, видите, Ева свой инстинкт утолила, повалявшись на кровяночке, тем самым сбив свой природный запах волчий. Что ж, друзья, всем большой привет от нашей великолепной красотки Евы. Ну, Ева, ну затейница.